Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел ряд встреч с членами федерального правительства. В беседе с заместителем министра регионального развития Российской Федерации, руководителем Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимиром Коганом обсуждались перспективы использования республики в качестве пилотного региона по апробированию механизмов строительства доступного арендного жилья и жилья экономического класса, в том числе малоэтажного. Напомним, в Чувашии с 2008 года реализуется программа формирования государственного жилищного фонда для предоставления его в коммерческий наем очередникам и отдельным категориям граждан. На сегодняшний день в Госжилфонде построено около 2000 квартир в Новочебоксарске и в Чебоксарах. Две трети нанимателей – работники бюджетной сферы, около 10% – молодые семьи. В то же время порядка 11 тысяч семей очередников Чебоксара и Новочебоксарска изъявили желание получить в коммерческий найм квартиру Государственного жилищного фонда республики.